Всем привет, с вами канал Белостовы. И сегодня мы с вами сделаем, наконец-таки, уже новую реакцию. Это сегодня не летсплей, это реакция. Пока что я над вчерашним вопросом по поводу снимать ли видео с комментариями или без в летсплеях. Пока еще вопрос решается, но однозначно могу вам точно сказать, что реакции никуда не денутся. Реакция останутся как прежде. И сегодня у нас будет реакция на новое видео Сындука, который называется «Человек-паук от российских аниматоров», он же Spider-Verse Collab. Я нечто подобное уже видел от Федора Комикса, по-моему, если не ошибаюсь, по Рику и Морти. И нечто подобное я еще видел тоже опять у Федора Комикса, вот эти вот коллабы, связанные с «Незнайка на Луне», а точнее с одним моментом, где там есть песня одна кое-какая, я даже на нее сделал реакцию двойную. Потом еще была, это уже не реакция была, это я так посмотрел, коллаб на моменты из, по-моему, «Улицы разбитых фонарей», где пюрешка с котлеткой от Энджойкина, там тоже был такой коллаб. И вот сегодня новый коллаб, но на этот раз «Человек-паук» от российских аниматоров. Я сначала подумал, что это будет что-то типа «Мститель Мэнов», ролик раньше был такой у Сындука. Но потом, когда посмотрел скрины этого ролика, то все оказалось совершенно по-другому. То, что здесь, скажем так, разные абсолютно аниматоры снимают свое видение Человека-паука. То есть это как бы Человек-паук через вселенную, но русская версия. То есть в данном случае на превьюшке у нас паук-гопник, а на скринах я видел древнерусского Человека-паука. Сейчас вы сами все поймете, о чем я имею в виду. Конечно же реклама, куда уж без нее. Давай быстрее. Все, спасибо. На широкие экраны выходит новый амбициозный полнометражный мультфильм про Человека-паука, заигрывающий сразу как с разными визуальными стилями, так и с параллельными мирами. А именно, Человек-паук Нуар, Питер Паркер, Майлз Моралес, потом Дива из Overwatch, она же Пенни Паркер, и Человек-паук-свинья. Круто, что мода на мультивселенную снова в тренде благодаря Рику и Морти, но в Марвел эта тема получила развитие еще давным-давно. Одно из самых масштабных событий в мире Марвел, идея которого как раз и легла в основу мультфильма, это «Паучьи миры», толстенный комикс о встрече пауков из разных вселенных. И, кстати, ребят, небольшой один факт. То, что я подобная встреча нескольких вселенных уже вижу не первый раз, потому что до этого была одна игра, она называлась Spider-Man Shattered Dimensions, где было, по-моему, 4 вселенных, а именно Amazing Spider-Man, Spider-Man Ultimate, потом Человек-паук Нуар и Человек-паук 2099. Тут и Питер Паркер, и Майлз Моралес, и Гвен Стейси. А, Гвен, да-да-да-да-да. Я и забыл про Гвен. И Свин-паук, и даже Панк-паук. Вообще язык отсохнет перечислять все изобилие дружелюбных соседей из паучьих миров. Проще сказать, кого там не было. Еще хуже DC вселенной, где там, по-моему, миллиард таких вселенных, а именно там есть, например, Супермен-коммунист и петербуржец Бэтмен, по-моему, если не ошибаюсь, и еще нацист Супермен. Ну там, короче, дофига вселенных. Это еще называется Infinite Crisis. И показать. Кризис. Вместе с командой талантливых отечественных аниматоров я замутил свой собственный Spider-Verse. Сындук, я, конечно, тебя очень сильно уважаю. Вот, серьезно, всем сердцем я тебя уважаю. Но отстриги волосы, пожалуйста. С этими волосами ты, ну, не очень. Возможно, слишком громко сказано. В общем, у нас есть... Да, это громко сказано. ...скетчи с нашими версиями пауков. Короче, хорош трындеть, пора мультики смотреть. Давай. Согласен. Spider-Verse Collab. ВХС. Человек-паук-гопник? Не бросайте мусор. А мы будем бросать, потому что у нас такая жизнь в России нынче. Это кто? Кто-нибудь помогите! Тебе никто не поможет, куколке. А ну-ка отвалите от нее, уроды! Уверены? Слышь, ёб, кому сказал, Полина? Чё, кто здесь? Человек-паук! Ваш дружелюбный сосед, хе-хе! Гопник. Человек-паук-гопник.
Эту точку я крышую, слышите? Приполоски. Пока не огребли. И уже Приполоски. Это гоп-паук! Спасибо тебе. Я уж думала, что... Не надо слов. Как говорится. О, господи. Красаль, за крышу гони, чё губы раздуло. Не видели, у нее капец такая тушь. Привет, я Эдик Брок, и мы ведем прямой репортаж прямо с открытия новой нефтяной вышки в Северодвинске, где... Ой! Черт возьми, это был мой новый костюм из Зары, где я достану бабла со своей зарплаты журналиста на новые вещи! Воу-воу-воу-воу-воу! Что со мной происходит? Отныне я черная нефть! Стех... Мы черная нефть, мы! С тех пор моя жизнь поменялась. Я стал главным национальным достоянием России. Меня зауважали миллиардеры. Я ни в чем себе не отказываю. Но всему приходит конец. Да. Дурацкие санкции! Все ведь было так хорошо! Баррель. После инцидента с разливом нефти в реке Волге приняли закон. Человек нефть под запретом. Аргументы и факты. World Business, Finance, Lifestyle, Travel, Sports, Weather. The World Best Selling National Newspaper. Мне даже ничего не пришлось делать. Все само по себе решилось. Мне нужны нормальные, четкие фотографии Человека-паука. А не вот это позорище. Ты фотограф или кто, в конце концов? Прояви себя! Даю тебе последний шанс! Или ты уволен! А вам сложно угодить! Ну ничего, в этот раз я выложусь на все 100! Обещаю! Красный паук? Как хотите сказать? Ну, да, это получше будет! Вот, в конверте твой гонорар! Деньги? Ты свободен на сегодня! Ах, паук, как же я тебя ненавижу. Так-так-так, 10, 20, эй! Когда тут не хватает полтинника! Босс, в конверт... Красный паук рентген. Ой, рентген, говорю. Ладно, забыли. Тебе не хватает... Чё случилось? Мои глаза! В смысле твои глаза? Питер Покер был чемпионом по игре в покер, но однажды его... Это типа сейчас была отсылка на Игру престолов, ну то есть он на троне сидел. И опять же, не хочу к этому привязываться, но вот эта вот анимация, она посимпатичнее, если честно, чем предыдущая. Укусил радиоактивный паук, и его жизнь изменилась навсегда. Реально? Ну что, господа, вскрываемся. Кингпин. Негатив. Две пары. Full House. Стрит. Этот, как его? Кривен Охотник. Ха! Пасьянс Паук! Я понял. Я не знаю, как это получилось. Честное слово, я больше не могу нормально играть в покер. Ну ладно. Хорошо. Что происходит? Оу. Где я? Так. Лаборатория Декстера. Ну, соответственно, Декстер. Футурама. Пинки и Брейн. Облачно, возможно, осадки. Не знаю. Добро пожаловать в зоологическую лабораторию. Докоп. Что ты задумал, Октавиус? Спокойно, спокойно. Человек-паук – уникальный вид живого организма. Я бы даже сказал, что ты под угрозой исчезновения. Так что с этого момента ты будешь находиться под охраной государства. Вопрос, почему его не занесли в Красную книгу? Вообще-то это государство должно находиться под моей охраной. Ничего не могу с этим поделать. Ты представитель редкого вида. Остаток своей жизни ты проведешь в зоопарке. Ну, да это вас нужно в Красную книгу! Таких редкостных кретинов я еще ни разу не встречал! На то они и кретины. Я победил, паук! Ты в этом уверен? Мам, а можно я его покормлю? Не стоит, сынок. О, едят только голос. Мух и прочих насекомых. Слушайте, ну это уже совсем абсурд. Мэри Джейн! Мэри Джейн, ты должна мне помочь! Ой, какой смешной паукан!
Блин, знакомый голос дубляжа, Рил. По-моему, если не ошибаюсь, она еще озвучивала в оригинальной трилогии с Рэйми Мэри Джейн. Вечер в хату, паук. Вечер. Носорог, вечер. Секунду. Раз и тебя сюда заключили, значит, и сам доктор Осьминог по логике должен пополнить зоопарк. Уже. Не смотрите на меня так. В теории это был идеальный план. Ну, теперь нет. Ох, и некому было за Русь-матушку постоять. О-о-о! Молодца Петрушу в длань паук кудесный не цап. Диктор из Три богатыря. Преобразился наш Петруша, стал силой недюжинной обладать. Человек жалко пят, нарядился как на маскарад. Есть у него веретено, всех врагов он победит легко. Кружит паук над градом высоко. Вот, ребят, то, о чем я, собственно, и говорил. Древний русский Человек-паук. И да, сейчас только что была пародия на Человека-паука 60-х. Не, ну я удивлен тем, что здесь диктор из... трех богатырей. А именно, по-моему, если не ошибаюсь, он озвучивал вот с Алёши Поповича. Ну, я имею в виду как диктор. Не диктор, а рассказчика, хотел сказать. То, что он там был в Алёше Поповиче, в Добрыне, в Илье, потом, где Шамаханская царица. А дальше он, по-моему, перестал быть диктором. И сейчас в основном озвучивает отца Барбоскиных. Да. Это факт, ребят. Сорян. Такие паучьи мирки у нас получились. Но вообще, это все отлично ознакомиться мало с оригинальной книгой комиксов, потому что это отличный вариант для погружения в богатый. Что-то мало. Маловато будет. По промокоду SMDK на книгу действует скидка 30% в онлайн-магазинах по ссылкам в описании. Причем она приплюсовывается к уже имеющимся скидкам. И получается прям как-то совсем неприлично выгодно. Но и для вас не жалко. Скоро Новый год, пора закупаться подарками. Но... Кроме того, промокод применим еще к двум отличным паучьим книгам. Огромный сборник «Совершенный Человек-паук», в котором разум Питера Паркера сращивается с доктором Октавиусом, порождая на свет улучшенного во всем Человека-паука. Ого. И третья книга. Типа «Человек Октавиус»? Нестареющая классика, то, с чего все началось. «Человек-паук» 62-го года от Стэна Ли и Стива Дитко. Стэн Ли. Да. Царство ему небесное. Спасибо за просмотр! Поддержите анимацию на Ютубе лайком, подписывайтесь на канал и читайте хорошие комиксы. Вот. Хорошие комиксы. Сейчас, ребят. Вот этих вот я имел в виду. Дубляторов. Ну а давайте посмотрим, кто делал анимацию. Ну-ка. Посмотрим. Так, анимас, сценарий Егор. Это тот, который тоже ютубер. Я еще ему лайк поставил в ролике про канал Звезда. Так. Дол Скрэч. Сындук. Так, это что? Поп-фотограф. Окей. Так, Илюха аниматор. Ну, здесь в основном, из всех аниматоров, мне кажется, они все неизвестные. Для меня, если честно. Ну-ка, знаете, что сейчас, ребят, хочу узнать? Я сейчас хочу узнать, кто озвучивал вот этого вот, как его сказать? Как зовут человека, который вот озвучивал древнерусского Человека-паука, а заодно и был диктором в «Трех богатырей» и «Голос отца Барбоскиных». Так, это в зоопарке. Так, а дальше? Вот. Черняк, да. Вот я его имел в виду. Вот он был как раз таки диктором в «Трех богатырях». Балалайка, кстати, еще имеется. Не, музыка прикольная так-то. Рикани. Вот Рикани я, кстати, знаю. По ней, кстати, я еще, по-моему, делал реакцию на «Земля плоская». То, что она была плоская земля. Или там, по-моему, «Не губите землю», или как там было. Ну ладно. Запись актеров дубляжа. Так, ладно. Это понятно все. Ну вот, собственно, и вся реакция на новый ролик от Сындука. Это все, что я хотел сказать напоследок. Спасибо, что меня смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь, комментируйте.
и удачи!